Всем привет, друзья, это канал Outcast Games. Продолжаем с вами Knight Rider 2 The Game. И миссия у нас запуск входа какого-то. Ладно, давай, дальше, что там? Спасли мы Майкла, красавцы, молодцы. Ой, фух, надо уже заканчивать. Майкл, наша разведка предоставила нам фотографии спутника, основанные на информации, которую ты доставил. Пусковая установка прячется в горном... кратере. Судя по разведке, Гард собирается запустить ракету сегодня. Майкл, возможно, это самая важная миссия в твоей жизни. В твоих руках находится судьба всего мира. Давай, приятель, мы должны остановить проект Гарда. До того, как он доберется до массового уничтожения. Бонни, как там нам попасть к кратеру? А, к установке. Где-то внутри этого комплекса есть вход, но он охраняется очень сильным лазером. Гард увеличил уровень охраны местности, так что я разработал альтернативный путь в здании компьютера Кит. Чё? На Кит я установил электрический щит. Он основывается на технологии Голиафа. Но это экспериментальная фаза, но мне кажется, ты сможешь им воспользоваться. Щит увеличивает воздействие вражеского оружия, но использование щита забирает много энергии. Также я установил дополнительное усиление. Спасибо. За дополнительную батарейку это хорошо, но мне, я думаю, их не хватит все равно. Удачи вам. Спасибо, Баня. Кит, ты готов? Ты готов? Я готов, когда ты, Майкл. Помни, Майкл, даже один человек может изменить мир. Молодец. Дед шарит. Ай, блин, а щит как использовать? Никто не расскажет. Ёба! Так, все, завалили нас. Ну, ёб твою, Киш, что происходит? Это похоже на засаду, Майкл. Мы не можем вернуться. О, бля, опять это... Watch it, please. А чё у меня камера-то поменялась, алле? F1-ку. Так, опять эти грёбаные роботы, опять супер-боёвка, супер-классная. Спасибо, да быстрее давай уже, заебали. Я видел уже миллион раз эту хуйню, которая, блядь, появляется. Куда сваливаем? Куда сваливаем? Никуда никто с поля боя не валит, я сказал. Да ебеть вашу нахер! Да ты что, я не вижу, что ли? Что они еще в our way, блядь. Еще куча их. Да че лукаут-то? Да е... Вот это класс! Вот это класс! Я нигде такой хуйни еще не видел, такой херовой. Ну, конечно, это в старых... Не, в старых, в принципе, играх такое может быть. В новых я-то не думаю, что так... так... Блять, это пиздец. Я сейчас не знаю... Может, надо тут что-то сделать, потому что они бесконечные будут? Нету чем речарджнуть. Ты же видишь, что дебилов куча. Где речардж-то твой? Блин, меня прикинь, 5 батарей вынесли! 5 батарей! Сука. Как использовать щит-то? Это было не близко, это прям попало, прикинь. Чувак. Фу, да ебать у вашу нахуй же. Как бздоники какие-то. Ну блин, они еще ж ездят, смотри как. И еще же у них есть преимущество. Давай еще роботов, почему так мало? Почему мало роботов? А, вон, щилд, как его использовать-то? Подожди, это X сканировать. Как щит использовать? А! Так, хорошо, щит используется, но он, в принципе, энергии не так уж много отнимает, как она говорила. Ракеты и то больше отнимают. Так, хорошо, открываем. Фух, ай, класс. Сколько там роботов было? Никто не считал? Штук 15? И так все это было интересно, захватывающе. Боевка прям здесь такое, прям хочется и хочется валить. Хочется и хочется стрелять этих роботов постоянно, днем и ночью, просто не высыхая. А, и там наверх надо вылезти, я так и понял. Сейчас опять роботы будут смотреть. Кит, ты смог найти вход в установку? Наверное, полное сканирование проводит или что? Майкл, на нас нацелен лазер. А как его сбить? Так, лазер надо как-то сбить. 3. Ты сука такая. Так, а я его могу, смогу сбить? Смогу сбить.
Так, я смогу его сбить, но он что-то не наводится на него. Great work, buddy. Давай, давай, шмаляй, шмаляй, шмаляй. Он пока на меня сейчас тут наведется. Я пока что в сторону уйду. Потом он... Ай, блядь, это будет плохо. Давай, давай, мочи. Блин, его долго мочить, если что. Там вроде зарядку я видел где-то вот. Я же думаю, он меня... Нет, ой, да стонет, в смысле? Ау, 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 больно. А если... Да ты... Слышь! Да ты уёбище! Блин, ракеты отнимают по одной полоске, ты представляешь? Да нормально, я careful. Ты давай попадай лучше. Ракеты, видишь, ни хера не попадают. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Надо как-то вот тут заныкаться. Да, блядь, тут ты стал, короче. Ты мудень. Хорош, заряжаемся. Сколько там, ну ему пару выстрелов, не мог ты его убить, что ли? А я вот что хотел попробовать. Вот так вот, не получится, вот смотри. Подожди, тут он меня видит, да? Вот так. Нет, не получается. Ай-яй-яй-яй. А если вот так? Да ты заебешь, как ты меня так-то видишь? Ну, стреляй, вот же ты навелся. Куда ты стреляешь, уебище, кит? Ой, блядь. Ракеты здесь вообще просто тупо какашные. Они не стреляют туда, куда надо. Вперед, приятель, нам нужно спешить. Я не знаю, сколько у нас времени. Да, Майкл? Да. Блин, миссия уже выполнена. Да, ну ладно. Окей, миссия, новая миссия, следующая миссия. Одни миссии за миссией. В смысле финал? Я только разыгрался, уже финал? Какой финал? А что такая короткая? Ну, хотя первая тоже не длинная была, там что-то на 6 серий получилось, или на 7. Здесь так, где-то примерно так же. Но это вроде пятая, не подожди, какая-то. Че, это шестая тоже серия? В смысле финал? Давайте не балуйтесь. Так быстро, что ли? Коротенькая что-то, она очень сильно... Кет, это Гард и Кар? Вместе? Вот, я же говорил! Боюсь, что ты прав, Майкл. Рыцарь Майкл, ты вредитель. Трудно истребить. Наверное, Гард скопировал процессоры Кар, чтобы построить... Это объясняет, почему процессоры робота так похожи на мои. Ну вот, я ж... Кар, почему ты помогаешь Гарду? Лазер в этой ракете может убить тысячи, может миллионы невинных людей. Гард и я это понимаем. Он не бросил меня, когда я был на дне океана. Как это сделали наши работники основы. Он также помог мне с некоторыми улучшениями. Ох ты, сука. Майкл, Кар довольно хорошо вооружен. Уничтожить их! Они должны столкнуться с запуском. Прощай, рыцарь Майкл. Так, что... Твое уничтожение неизбежно, хорошо. Неизбежно так неизбежно. Так, а что делать? Надо как-то его мочить, да? Мочить его, наверное, лазером, скорее всего. Здесь есть зарядка. Блин, как это понимать? А может вот так? Так, что у него там? А вот зарядка. Ты что, тоже стреляешь, да, штука? Да уйди ты, катаешь меня. Слышь, а ну, ты заебешь. А у него что-то энергия не так сносится, как у меня, что за херня? Да уйди ты, блядь. Ну-ка, стой, сука, на месте. Падла. Ах ты, сука. Ладно, надо немножко свалить, потому что что-то он покру... А куда он... Подожди, а куда он свалил? Сука, будет... Он, сука, будет зарядку палить, да? Или что он делает? А ну-ка, ракетами ему нельзя подбить, да? Правильно, я так понимаю?
Можно. Давай, заряжайся быстрее. Ее можно ракетами подбить. Он едет сюда? Ах ты сучонок, смотри какой, убегает. Ой, пожалуйста, будь осторожен. Че, не убежишь никак от ракет, да, сука? Гребаный ублюдок. Так, ракета уже стартует, и че? А че делать? Его же надо завалить, правильно? Так, осторожно, тут дымок горит. Майкл, экстремальная температура огня разрушает мою молекулярную систему. Даже щиты не защитят нас от этого огня. Я понял, приятель. Так, валим. Блять! Ёбаный ублюдок. Уйди! Че, в смысле? А че я умер? У меня там еще два заряда было. Че за херня? У меня там еще два заряда было. Он что, так прям сразу так меня и хуянул? Хуйканул, да? Ладно, давай. Берем ракеты и погнали его бить издали. Пускай он там что хочет делает. Я буду его вот так ракетами шмалять. Так, берегись, пожалуйста, никто не бережется. Давай, 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 давай. Шмаляй, шмаляй, шмаляй его, шмаляй, шмаляй. Так, он, сука, сюда едет. Сука, падла. Получил, подлец. Ух ты, куда это я заехал? Подожди, подожди. Да что ты, кит? Не китуй. Так, хорошо, откуда ты его видишь? Вот отсюда. Так, 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 вроде нормально все пока идет. Пошли ракеты в бой, в бой, в бой. Так, отлично, отлично, атакуем пока. Так, хорошо, это мы скипаем. Так, подожди, мне надо как-то... Вот, вот была бы вот такая камера немножко, не все время хотя бы. Блин, мне как-то надо зарядиться. Где он? А он через огонь не будет ехать? Но мне не хватит заряда. Так, мне бы как-то надо зарядиться, что ли. Да что вперед? Я не вижу, где зарядка-то там, где он. Или может здесь еще одна есть? Блин, я же не вижу ни хрена, дай камеру нормальную, сука. Во! Вот так будет сейчас получше. Просмотреть просто в территорию. Может, здесь где еще лазер есть? Где он? Блин, он там возле зарядки, сука, палит. Не хватит заряда, наверное. Может, и хватит. А ну-ка, давай, мы еще напирчим просто. Вот там застрял, смотри. Вот он уезжает. Блин, не уехал. Да я понимаю, что Power Low, но все, мы его завалили. Или нет? Что у него? Что, что с ним? Система, ошибка, не компьютер. Нет, не стреляй, Кар! Ручное отвержение управления! Блядь! Кет, мы можем их спасти? Извини, Майкл, из-за интенсивной жары я не могу на них нацелиться. Майкл, у нас не осталось времени, мы должны остановить запуск ракеты. Ты прав. Как мы можем остановить ее? Мы можем попробовать отключить основной компьютер, который контролирует запуск, но он находится на панели управления. Нам не хватит времени туда попасть. Почему бы нам не попробовать взорвать компьютер? Великая, думаю, одинаковая, Майкл. Вот, теперь у него 5 ракет, а я, когда я, так у меня одна. Почему так? Или может зажимать надо было кнопку? Майкл, мои сенсоры отмечают динамическое увеличение температуры. Может, валить-то? Внутри ракетных контейнеров до взрыва осталось не так много времени. Мы должны немедленно уйти. Приятель, тогда убираемся отсюда. Внимание! 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 Ракета сейчас как ебанет, а вы умрете. Ти-ди-ди-ди. О, быстро вы свалили. Демон зовет тебя к телефону, Майкл. Поздравляю, Майкл, и тебя тоже, Кит. Спасибо, мистер Майлз. Иногда все идет так, как запланировано. Идет как запланировано. Но, Майкл, живое доказательство того, что один человек может многое изменить.
Один человек и его машина. Бонни, я буду ждать вас в штабе рыцарей. Мы не можем ждать, увидимся там. Ну, Кит, ты все слышал? Я должен включить автопилот? Есть, конечно же, давай. Заебался я уже с тобой управлять. Рыцарь Майкл, одинокий корсар в опасном мире. В мире наездников-рыцарей. Бляха-муха, прошли, представляешь, какая она коротенькая. Уи-уи-у. Конец, mission completed. Ух ты, етить твою мать, так ты открыл новую миссию, теперь ты можешь выбрать новую миссию в режиме миссии, я понял. Новый ролик какой-то, но я так понимаю, это... Так, поздравляю, ты открыл новый уровень сложности, выбери более сложный уровень в режиме игры, чтобы открыть дополнительные вещи. Где вещи? Нахер оно мне надо? Играть снова? В смысле снова? Нет, главное меню. Экстра. ТВ-сцены, фоновая информация. Ну, это викторина. Я так понимаю, хрен его знает, что это. Так, Кит, это аббревиатура индустрии рыцарей. 2000 Вилтон и его начали разработку Кит Бонни. Бонни помогала разрабатывать голос Кит и много других способностей. Кит построен с самой новой технологией. Кит может существовать сам, принимать решения, и он почти неразрушим. А Кит искусственный интеллект такой продвинутый, что он начинает обладать своего рода личностью. Кит запрограммирован, чтобы защищать жизнь человека. Ну, это до поры до времени. Ух ты, это с этого, с фильма, да? 23 фото, да, это с фильма. Блин, надо, кстати, будет попалить фильм немножко этот. А смотри, он тут немножко не такой, как в игре. Pontiac Firebird. Да, прикольный, конечно. Нужно будет фильмец запалить как-то. Или это сериал? Сериал, кажется. Старый-старый сериал. Может, кстати, тут что-то на превьюшку взять, я не знаю. А то я не найду там, не найду что-нибудь. Но если не найду, то возьму что-нибудь на превьюшку отсюда. Капот открыт. Кстати, там еще была вроде тоже фильм про вот этого рыцаря дорог. Там только Pontiac был не Firebird, а какой-то другой. Красненький такой был, тоже прикольный, в принципе. Так, ТВ-сцены, вот это у нас что? Это с фильмеца или что? Night Rider! A shadowy flight into the dangerous world of a man who does not exist. Now you can own a piece of Knight Rider history with the entire. Нифига, на четырех дисках. DVD. A young loner on a crusade to champion the cause of the innocent, the helpless, the powerless in a world of criminals who operate above the law. Series 1 on DVD for the first time ever. 8 discs, 19 hours, the complete kit. Look out for the collector's edition box set on DVD now. Короче, эта ТВ-сценка, не знаю, если ее не забанят, то она будет. Что тут на второе? Типа фильмец повтыкаем, ладно. Вот это да. Ебаха. Пописал. Пописал. Ну, Киту пописать захотелось в кустике. А учё у меня такой способности не было?
Ого. Четкий такой мувик, четкий прям мувик вообще. Ну-ка. Да, это, конечно, все очень круто, но как он в игре вставал на ровном месте, хоп, на бок. Вообще жесть какая-то. Там же нужен какой-то подъезд. Преследование. Спецэффекты. Да, тут чё? Ну тут он ему там трамплин ставят, он же не может с места прыгнуть, правильно? Турбобуст, трамплин появляется перед тобой, нормально. Смотри, турбобуст, нет ничего, да? Турбобуст, бум, и трамплин появился перед тобой. Круто, классная вещь, полезная. Пробку объезжать вообще четко прям. То есть надо тебе, короче, проехать, ты раз турбобуст нажимаешь, перед тобой трамплин появляется, ты перепрыгаешь, трамплин исчезает, круто. Сколько их там еще? Блин, их там до херища. Закрыто? А, ну ладно. Короче, ладненько, давайте, ребятки, тогда на этом закончим. Че, посмотрели. Если вот этих клипов немножко тут не будет, то значит их забанил YouTube, я их не вставил. А, в общем, так вот игрушка, прошли мы ее быстренько, в принципе, нормально, за 6 серий, вроде как и первую часть. Она коротенькая очень сильно, можно было бы чуть подлиннее сделать и чуть по... В этой части сильно очень мало было, как в первой было, что там прыгать надо куда-то вылезти, куда-то залезть, там что-то где-то куда-то перепрыгнуть. В общем, вот такие вот загадки, типа, тебе надо посмотреть, тебе надо вон туда, и ты же ищешь, как туда попасть. Здесь такого почти не было, вот это в конце немножко, там, что по заводу мы ездили туда-сюда, там, боком, тра-да-да. В общем, не очень сильно, скажем так, интересно. В основном тут боевка, все, а боевка здесь вообще абсолютно никчемная, ненужная, в принципе. Ну а так от первой части сильно ничем вообще абсолютно не отличается. Ни графикой, ни геймплеем, ничем, в принципе, не отличается. В общем, ну такая игрушка, прошли, молодцы. В общем, все, ребятушки, тогда всем спасибо за просмотр. Ссылки в описании будут под видео, комментируйте. И до встречи в следующей игре, которая у нас будет по списочку. Все, всем пока.